Всем привет! Сегодня мы вам покажем австрийские яйца, которые мы купили у фермера. Цена их та же, что и в магазине. Вот. На такой высоте мы их купили, то есть заехали к фермеру. Он обычно наверху, к курочкам. Только что были у фермера. Для интереса мы сейчас везли семейки. Вот еще одна яичка. 109. Еще одна. 106. Сейчас вы будете в шоке, потому что фермерские яйца очень большие, а магазины... Нет, 102. Ну, тогда, может, это... 103. Все. 196. А они даже не влазят в эту штучку, в эту вот. Ну вот магазинная обычная. 70 грамм. Надеюсь, вы поняли, что покупая яйца в магазине, у продавца 3 яйца, а у фермера 2 яйца. То есть экономия все-таки целое яйцо. Ищите фермера и берите натуральные биопродукты.